одноклассницами подготовили сюрприз нашему классному руководителю, которого не видели кто-то 15 лет, кто-то 10 лет. И буквально через несколько минут она придет к школе, уверенная в том, что у нее просто возьмут интервью. Но она не знает того, что за школой стоит автобус, в котором будем сидеть мы. И как только она подойдет к этому автобусу, мы выскочим из него с цветами, открытками и поздравлениями. Вот такой сюрприз, только пока никому не говорите. Это большой секрет. Горжусь своей школой очень, не забываю ее. Рада, что меня бывшие ученики не забывают. Я вот считаю, ну, учитель, он же не просто учит. Он вкладывает в своих учеников частичку своей души, частичку своего творчества, всего. И я очень счастлива, что я вложила частичку своей маленькой, своей души в своих учеников. Вот смешно. Раньше же дети, мы все вот с классами убирали, это приходит весна, уборка. Ой, это что, Ольга? Вот как это выразить словами? Я такого не ожидала. Я знаю, что и так нас дети помнят, но все-таки, когда вот так, это просто здорово, неповторимо.